Здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам вырастить вот такой прекрасный суккулент пахиподиум, а выращивать его я буду из семян. Но хочу обратить ваше внимание, что сок растений ядовит, и на растения очень мощные колючки, поэтому, наверное, не стоит оставлять его в детских комнатах. Вы на канале «Садовая шкатулка». Будем выращивать вместе. Но перед тем, как семена посеять в грунт, я замочу их в стимуляторе, у меня вот такой гумат калия. Развожу его, как указано на инструкции. После этого я смачиваю ватный диск в гумате калия. Немножко его отжимаю, не сильно, немножко. Семена этого суккулента я приобрела в магазине. В упаковочке всего вот написано, что в упаковке 3 штучки, но мне повезло, у меня 4 семени. Семена я укладываю в ватку, смоченную гуматом калия. Накрываю, хорошо прям их прижимаю. Помещаю в емкость, закрываю крышкой и оставляю на несколько часов набухнуть. Прошли сутки, как я замочила семена. Семена набухли. И сеять я их буду высаживать в торфяные таблетки. Это очень удобно, семян мало. И по мере их прорастания, если они у меня будут находиться в индивидуальных таблетках, то каждому семечку я смогу предоставить какой-то индивидуальный подход. Семена пахиподиума сеют поверхностно. Раскладываю их. И легонько просто вдавливаю почву. Сверху не присыпаю. Ставлю маячки, чтобы в этих таблетках у меня посеян пахиподиум. Таблетки теперь я должна поставить в тепличку. В тепличке у меня на дно насыпан крупный вермикулит. Он в случае, если я перелью таблетки, возьмет на себя лишнюю влагу. А если я вовремя не полью таблетки, тогда вермикулит сможет влагу отдать самим таблеткам. Температура для прорастания 22-25 градусов, причем и днем, и ночью температура должна быть одинакова. Посевы я поставлю под фитолампу, под свет. Всходы могут появиться как через 10, так и месяц, ну, как через 10 дней, так и месяца через 3 только. Когда у растений будет где-то 2-3 настоящих листиков, листиков можно провести пикировку. Земля необходима для пахиподиума, благо и воздух, воздухопроницаемая. Я беру землю для кактусов и суккулентов. Мой пахиподиум в такой земле отлично растет. Все, я ставлю свою тепличку на теплый коврик для рассады под фитолампу и жду всходы. Прошел ровно месяц с момента посева семян. Всходы появились на 7-е сутки. Из 3 семечек взошло только одно. Дам ему еще немножко подрасти и буду пересаживать в горшочек. Желаю вам отличных всходов. До новых встреч. Пока.